Олег Меньшиков в инвалидной коляске. Нет, в жизни с ним все в порядке. На сцене творит нового Дориана Грея. Действие привычного романа перенесено в наши дни в условия современного шоу-бизнеса, который вместе с желтой прессой готов продать душу кому угодно. Спектакль Московского драмтеатра Ермолова украинская публика еще не видела, но наша Антонина Маровди уже побывала на репетиции. Продать душу дьяволу. В последнее время в интернете можно увидеть сотни таких объявлений. Но насколько сейчас велик спрос на такой товар? Еще в 19 веке это удалось Оскару Уайльду. Портрет Дориана Грея сегодня покажут на сцене Октябрьского дворца. С помощью инновационных технологий зрители смогут увидеть старую историю в современной интерпретации. Олег Меньшиков появляется на сцене в инвалидной коляске. Звучат слова «искусство не существует». Если роман Оскара Уайльда о красоте и губительной силе, этот спектакль о порочной власти шоу-бизнеса. Меньшиков играет лорда Генри, знаменитого продюсера, который творит идола. Так значит, говоришь, Дориан Грей. Роковой портрет художник Безил создает без кисти, с помощью видеокамеры. Декорации стоят несколько миллионов рублей. Актеры существуют сразу в нескольких измерениях. Безил, я устал. Безил, я не могу больше. Безил, мне нужна воздух, Безил. Меньшиков – художественный руководитель театра, его же директор и исполнитель одной из главных ролей. Молодой актер, который играет Дориана Грея, признается, нервничает возле наставника. Именно он учит его играть и верить в себя. Надо поверить в себя, в то, что ты красивый, любоваться собой. То есть вот это все было сложно. Я красивый, все. Пусть я просто раньше, да, я красивый. В портрете Дориана Грея Олег Меньшиков впервые вышел на сцену после того, как возглавил театр имени Ермоловой. Хорошие спектакли делать, хорошую труппу собирать, хорошо оснащенно технически, поднимать уровень профессионализма до... Хотя бы, как раньше говорили, крепкий середняк. Он привез в Киев сразу три спектакля. Премьера портрета Дориана Грея состоится сегодня, в четверг, в самой большой маленькой драме. Можно будет увидеть Валентина Гафта и Владимира Андреева. А завершат гастроли спектаклем-концертом «Оркестр мечты. Медь». Антонина Маровди, Сергей Коваль. Подробности. Телеканал Интер.